красный цвет, вот такой. И вот такую кисточку, ребят. Сейчас я рекламу посмотрю. Извиняюсь за лишние звуки, ребята. Теперь приближаем к нашему персонажу. У меня просто влагает этот мобизин. И вот так растушиваем. Потом мы это размоем, будет очень классно. Вот так. Извиняюсь, там у меня просто родаки. Я знаю, вы пишите в комментариях. Я знаю, вы в комментариях пишете, что там у тебя за звук и все такое. Я вам правда извиняюсь, но у меня... Вот они никогда не молчат, и напишите в комментариях, как сделать так, чтобы их не слышно было. Это будет очень полезно. Лучше не размывайте, но это я просто, чтоб типа было похоже. Просто чтобы было похоже на размытие. Ну, вы можете не размывать, конечно же. Это я вам просто говорю. Цена, я, наверное, он его не буду называть. Мобизин может... Короче, я вам хотела сказать, мобизин может быть и лагать, и не заходить, так что я буду делать, когда смогу. Писали, почему ты волосы палочкой не делаешь, потому что вы делаете? Потому что я не умею. Напишите, как правильно делать. Я не умею. Поэтому я и не лежу не свое дело. Еще что-нибудь сделаю, потому что я рукожоп, ребята. Сейчас я вам сказала про меня. Ой. Да не лагай, мобизин. На этом все. Всем пока, ребята. Как я делала румяна. А у нее слышу.